Лео рисует? Привет, я Лео, и я очень люблю рисовать. Привет, а я Макс, я очень люблю показывать, как рисовать. И вам, ребята, и тебе, Лео. Ой, спасибо большое, можно сегодня нарисовать речку? Конечно, можно. Ребята, рисуем речку. Вот так она выглядит. Яркая, простая и... Мокрая речка. Хорошо, ее будем рисовать. Это называется пейзаж. Пейзаж! А чем будем рисовать? Будем рисовать классической гуашью. Лео, густая, укрывистая, хорошо смешивается и ложится на бумагу. Очень тяжелая пачка, как раз для хорошей речки. Вау! А что еще нужно? Нужно белый лист бумаги, хорошее настроение, ребята, и широкая кисточка. Вот такая широкая кисточка. А почему широкая? Потому что им, этими удобными широкими кисточками, очень хорошо рисовать пейзажи. А что такое пейзажи? Так мы рисуем природу. Хорошо, начинай скорее. Ребят, будем спешить, но понемножку. Действительно, понемножку. Мочим кисточку и берем гуашь. Какой цвет мы возьмем? Красный. Красной речки не бывает. Давай сначала нарисуем речку. Точно, нарисуем речку. Возьмем голубой цвет или синий, ребят, берите, если у вас есть. Разделим. Когда мы рисуем природу и пейзаж, мы всегда понимаем, что мы на природе, и мы небо видим и землю. Так всегда случается. И мы разделим нашу картину напополам. Сверху небо, снизу земля. Вот это да! Вроде так просто, но все сразу понятно. Ребята так всегда делают все художники, потому что мы всегда видим землю и всегда видим небо. А теперь рисуем речку. Речка какая бывает? Горная. Бывает горная, а бывает равнинная. И мы сегодня рисуем равнину. Равнина — это плоскость, да? И мы на ней рисуем речку. Вот так, например, наша речка идет. Она извивается. Но это только часть речки. Это, можно сказать, ручеек. Ха-ха-ха-ха. Да, ручеек. Мы возьмем еще синенького побольше и нарисуем толстую речку. Широкую. У нас говорят, широкая речка. Широкая река. И посерединке все, что мы есть, видим, между этими двумя полосками, зигзагами, да, мы закрасим синей краской. И сейчас как раз можно добавить побольше воды. И вот так закрашиваем. Смотри, как мне легко это делать, когда я рисую толстой, широкой кисточкой, да? Также мы возьмем сразу бирюзовый цвет. А что такое бирюзовый цвет? Это синий-зеленый цвет. И мы его добавим сразу речку. Потому что, если ты видел речку и воду в ней, то ты поймешь, что она не очень-то синяя. И когда дети говорят, что синяя речка, а смотрятся, то они видят, что речка, к примеру, зеленая, коричневая, серая. Может быть, немножко синяя или блестящая. А может быть, даже фиолетовая. Вот это да! Столько цветов! Мы добавим пока синий и синий-зеленый. Сверху мы можем добавить немножко зеленого, несколько мазков. Это тоже будет красиво. И при этом я рисую, видишь как? Я рисую мазками. Раз, два, три. А что такое мазки? Мазки — это когда ты делаешь раз, два, три. Раз, два, три. Здорово получается. Правда здорово, ребят. А теперь смываем кисточку очень тщательно, чтобы сине-зеленого коричневого цвета у нас не было. У нас чистая кисточка. Что же мы теперь еще нарисуем? Речку мы уже нарисовали. Нарисуем берега. Берега обычно у реки или зеленые, или каменистые, и коричневые, к примеру, или скальные, что значит серенькие. А какой мы будем делать? Давай сделаем что-то среднее. Возьмем желто-коричневый цвет и закрасим около речки берега. Они будут такие спокойные песочные берега. Река намыла песочные берега. Кисельные берега, я слышал в сказке, бывает такое. Мы это сделали. А теперь смоем кисточку и возьмем зеленый цвет. А зеленым цветом уже рядом сделаем траву и много-много зелени. Вот так это все выглядит. Покрасим. И получается... Ого, вот это здорово получается. Целая картина получается. Ребята, мы рисуем картину. Что мы еще можем нарисовать на нашем пейзаже? Небо, давай нарисуем небо. Точно, ребят, смываем кисточку очень тщательно, опять-таки, чтобы она была чистая. И берем воду. И мочим наше небо. Мы сейчас будем использовать гуашь как акварель. А как это? Акварель очень мокрая краска и любит воду. Сейчас мы используем гуашь примерно так же. Мы налили воды немножко, после этого намазали немножечко голубой краски. Совсем немножко, ребят, чтобы наше небо не превратилось в синие-синие темные тучи, да? Мы все это сделаем светлым. И у нас получается, частично мы закрасили голубым, размазали, да? А частично остались белые кусочки. Это облака, я догадался. Да, действительно, у нас получились облака. Вдали мы нарисуем несколько гор. Горы красивые.
рисуем их фиолетовым, светло-светло-фиолетовым, вот так рисуем горы. Вот такие горы. Они, получается, у нас сиреневые, потому что мы очень ласково макнем. Мы не будем сильно втирать. Мы махнули и остановились. Махнули и остановились. Очень красивый пейзаж. Ребят, мне тоже очень пейзаж понравился, он очень-очень простой. Смываем кисточку и возьмем чуть-чуть поменьше кисточку. Чуть-чуть поменьше, или тоненькую, или вот такую средненькую кисточку. Она пригодится, чтобы сейчас сделать несколько мазков. Мы не будем сильно углублять нашу картину, но несколько мазков на нашей речке надо сделать, чтобы мы видели, как река блестит, как она красива, как она блестит на солнце, которое мы не видим, но мы знаем, что оно есть. А здесь мы можем нарисовать немножко травки. Это тоже несложно, но будет интересно. Мелкие детали мы добавим в наш пейзаж. Мы сегодня научились рисовать пейзаж? Да, ребят, это просто. Ничего сложного нет. В этом нет. Мы нарисовали речку. Сначала начали, конечно же, с горизонта. А после этого нарисовали речку, покрасили ее в синий цвет, сделали сине-зеленые мазки, желтый коричневый песок, и получилась речка. Ребята, рисуйте, радуйтесь, приходите к нам. Все здорово у нас получается. Лео рисует каждый день новые уроки для вас. Ребят, приходите в Инстаграм, приходите на YouTube. Там хорошее качество и много конкурсов. Хороших рисунков и пока-пока.